Добро пожаловать на наш сайт. Сегодня приготовим жареную картошку с яйцом. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. Сковороду ставим на средний огонь и наливаем около 4 столовых ложек растительного масла. Картофель нарезаем толстыми ломтиками. Добавляем соль, перец и специи по вкусу. Вливаем пару столовых ложек растительного масла и тщательно перемешиваем руками. Выкладываем картофель на разогретую сковороду и начинаем жарку. Лук нарезаем полукольцами. И выкладываем на сковороду. Перемешиваем картошку с луком. Чеснок мелко рубим. И добавляем к овощам. Жарим под крышкой на среднем огне 20-25 минут до готовности овощей. Следим за тем, чтобы овощи не подгорели, и периодически помешиваем. В содержимом сковороды делаем небольшие лунки и вбиваем туда яйца. Для блюда будет достаточно 2 крупных яиц или 3 небольших. Закрываем сковороду крышкой и готовим еще 10-15 минут. Жареная картошка с яйцом готова. Подаем к столу горячей, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!